Это интересное постное блюдо может быть подано как горячее, как гарнир или даже в виде салата в охлажденном виде. Просто готовится из доступных продуктов, но прекрасно насыщает организм. Добавьте к моркови жареный лук, зелень и чеснок, получится гораздо вкуснее. 1. Подготовьте необходимые продукты. 2. Пшено промойте, залейте водой и отварите до готовности.